Концертная программа «От сердца к сердцу», приуроченная к Международному дню инвалидов, состоялась в Ханты-Мансийске. В нем приняли участие творческие коллективы и солисты культурно-досугового центра «Октябрь». По словам организаторов, этот праздник объединяет всех, кто не остается равнодушным к упорству, талантам и способностям людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие направлено на привлечение внимания общества к проблемам людей с инвалидностью. Хочется отметить, что люди с ограниченными возможностями здоровья проявляют активную гражданскую позицию, принимают участие во многих городских мероприятиях и для всех нас являются ярким примером жизнелюбия. Во-первых, у меня даже супруг сам с безграничными возможностями, я так называю этих людей, не с ограниченными, а с безграничными возможностями, потому что они также очень активны, проявляют свою жизненную позицию очень активно. Совсем недавно я была в жюри, в составе жюри конкурса регионального среди тоже людей с ограниченными возможностями «Через тернии к звездам». Они поют, и танцуют, и участвуют в спорте. Мне очень нравится принимать участие в таких вот мероприятиях.